Привет всем! Сегодня хотел бы обсудить YouTube. Я вчера залил свое видео, мне никто не поверит. И знаете, в чем дело? В том, что я там ничего не нарушал. Я там всего пару раз упомянул. Я не буду говорить это слово, потому что я уже боюсь, что у меня и это видео удалят, понимаете? Я где-то два раза сказал это слово. Ну, вы сами понимаете, я вам напоминаю, что было в 2020-м. Вы сразу. Надеюсь, вы поняли, какое слово. Если вы введете это слово в поиск в YouTube, вам там выведет очень много видео, популярных видеоблогеров, которые, конечно же, все купленные. И там в основном будет с этим словом видео у таких каналов, как «Россия-1», ну и прочие там СМИ-каналы, короче, вы понимаете, да? Я залил одно видео, и в котором всего лишь два раза это слово сказал. И то я говорил... Я даже боюсь другое слово говорить, которое связано с тем словом, понимаете? Но есть слово... Я не буду это слово говорить, я уже боюсь вообще все говорить. Потому что сейчас даже, скорее всего, YouTube и это удалит. Видео, я не знаю почему, они пишут, что вы типа нарушили правила. Но они не пишут конкретно, какие правила. Они написали, что типа по тому слову вы нарушили правила, понимаете? Ну, блин, я не буду говорить это слово, понимаете? Я уже боюсь вообще любое видео заливать на YouTube. Потому что мне кажется, если сейчас буду любое видео заливать, даже не связанное с тем словом, они просто будут блокировать мои видео. Они потому что уже два раза подряд мое видео удалили. У меня ничего нарушено по факту не было. Там было сказано два раза это слово. Я надеюсь, вы поняли, что за слово. Вы можете ввести его в поиск в YouTube. Я не буду ничего вводить, даже показывать вам. Потому что я боюсь, да он заблокирует за то, что я просто введу в поиск это слово. Если что, я вам могу напомнить, если кто не понимает, что это слово на букву «К». Ну, вы, наверное, поняли, и которое произошло в 2020-м. Вы, наверное, поняли, да? Я надеюсь, YouTube это не поймет, что это именно это слово. И не забанит это опять у меня видео. Но я лично считаю, что YouTube превратился в... Короче, грубо говоря... Я даже боюсь это слово тоже говорить. Ну, это, можно сказать, типа что-то тюрьмы какой-то. Но это так, словесно, понимаете? Я как бы вам намекаю о том, что здесь все запрещают, понимаете? Здесь нет свободы слова. А если что, напоминаю, YouTube создавался именно для того, чтобы высказать свое мнение, понимаете? YouTube, когда создавали, те же самые создатели YouTube, если, конечно, они сейчас не поменялись. Скорее всего, YouTube уже выкупили другие люди. Но это вообще-то все давно знают. Вот как только Google сюда залез, в этот YouTube, тут стало все ужасно, понимаете? Никакой свободы слова. YouTube создавался для того, чтобы люди высказали свое мнение. Неважно, какое. У каждого свое мнение. И здесь вообще уже... Страшно обсуждать любые вещи. То слово говорить, если ты скажешь, тебе сразу бан кинут. Или же начнешь про политику обсуждать. Я уверен, если я начну сейчас говорить про политику, меня сразу же забанят. Я вам говорю, то, что вы там находите все эти популярные видео типа Навального, это все куплено, я вам отвечаю. Если вы начнете заниматься политикой на Ютубе, вас сразу же забанят, я вам говорю. Я даже уверен в этом. Я даже не удивлюсь, если произойдет, если я сделаю любое видео там про политику или про то самое слово. Лично я считаю, что YouTube уже превратился в полное говнище. И, ну, лично я советую вам давно сваливать отсюда и просто искать какую-то другую площадку. Хотя сейчас ничего не найдешь, понимаете? Если даже... зарегистрируешься на каком-то другом там видеохостинге, да, помимо YouTube же есть еще другие, Twitch, но Twitch это тоже там все ужасно. Что еще есть? Из популярных только YouTube и Twitch,
Я больше вариантов вообще не вижу. Ну там еще есть Яндекс. Ну на Яндекс лучше не заливать свои видео. Яндекс, во-первых, сделан от России. Если что, все, что сделано от России, это сразу запрет, я вам говорю. Ни в коем случае не регистрируйтесь на русских видеохостингах, ну и прочее дерьмо, понимаете, да? Все эти правила дебильные придуманы, это придуманы обычным каким-то человеком. Если, короче, удалить эти правила, то YouTube станет нормальным, понимаете? Все эти даунские правила они придумали для того, чтобы, ну, типа, обезопасить детей. Хотя, кстати, когда я видео заливал, у меня там было не для детей написано. И я вообще не считаю ничего опасного. Там ничего опасного не было. Я просто там высказал свою историю, что произошло год назад. Рассказал пару раз об том слове. Я не буду говорить это слово. Я вообще боюсь уже любое видео заливать. Я уверен, что и это видео он посчитает тоже нарушающим правила. Вот скажите мне, если он вдруг не удалить там еще через минуту, пожалуйста, напишите, в чем я сейчас нарушаю правила. Я просто сейчас показываю свою страницу и рассказываю о том, что YouTube меня заблокировал за то слово, при том, что другие видео, которые там есть на YouTube, почему-то им разрешают говорить об этом слове, у них даже в названии написано это слово, и им разрешено. А я почему-то меня запрещают, чем я хуже, чем тот другой человек. А все просто потому, что те все уроды куплены, понимаете, да? И, короче, свободы слова нет, понимаете? Я даже боюсь название видео делать то, которое я хочу, потому что я уверен, у меня удалят видео из-за того, что я назову именно так. Короче, это просто ужас. Через год YouTube превратится в полную жопу. Я вам отвечаю, бегите все с YouTube. Здесь будет все запрещено, понимаете? Вообще все. Эта площадка превратилась в, ну я уже говорил, что-то типа тюрьмы, понимаете, да? Здесь очень много всего запрещают, и это хуже, чем на Твиче. На Твиче даже можно высказывать, конечно, там тоже некоторые слова нельзя говорить, но я не помню, чтобы за то слово там кого-то банили. Но то, что произошло в 2020-м, напоминаю, да, на букву К это слово, за него прям моментально, через минуту у меня видео удалили, понимаете? Через минуту даже, может быть, через 2 минуты. Я ничего вообще не нарушал. Я не знаю, почему эти дауны посчитали, что я что-то нарушил. Это просто ужас. Я не знаю, куда мне заливать свои видео. Я боюсь даже ВКонтакте залить, понимаете? Потому что если я туда залью, меня там эти дебилы тоже заблокируют. Понимаете, они следят за мной везде. На Ютубе, на ВКонтакте. Куда еще заливать? Я это вообще видео делаю для некоторых подписчиков, которые попросили спросить, что у меня случилось. Почему я там себе. Я не буду говорить тоже то слово. Я боюсь слово и то говорить. Оно связано с венами, напомню вам, да? Я не буду то слово тоже говорить. Просто обычные вены, которые есть на руке. Я ничего запрещенного сейчас не говорю, да, напоминаю. Но я не буду говорить тоже то слово. Я и боюсь то слово уже говорить. Понимаете? YouTube просто превратился в какое-то, короче, страшно, понимаете? Выкладывать вообще уже любое видео. Я ничего по факту не нарушаю. Я просто сказал то слово и то слово. И они посчитали уже, что это нарушение. При том, что другие люди, введите то слово на букву К в поиск YouTube, там вам выйдет миллион видео. У всех видео громкие с этим названием. И плюс они говорят об этом по 10 раз в видео. И им вообще ничего не запрещают.
А мое видео удалили. Я о нем сказал всего лишь два раза видео, упомянул. Короче, YouTube это помойка самая, понимаете? И сюда вообще страшно что-то заливать. Мне кажется, меня сейчас это видео удалят за то, что я обозвал YouTube, ну, администраторов или кого. Ну, за то, что тут типа нету свободы слова. Почитайте, что такое YouTube, Википедия, если кому интересно. И вы тогда узнаете, для чего он создавался и во что он превратился сейчас.